А вот и снова ты. Ты успеть подумать, как нужно себя вести на допрос? Напомни ему R2-D3. Ты рассказать нам все, что знать из самого начала, и не пытаться лгать, подтверждать. Ты рассказать все сначала или насилие? Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зеленой вселенной? Подтверждать? Мне не могла быть логотип, не могла смотреть на чулок из космос, рассказывать правду, подтверждать. Приветствую. Я ваш гид в мире космических похорон, функционирующий в вашем траурном скафандре. Прежде чем мы начнем дальнейшее общение, подтвердите, что после удара вы все еще способны читать. Прекрасно. Вы попали в нестандартную ситуацию. Всемирное похоронное агентство Брэсиш гордится своей безупречной историей, но ваша смерть может привести... При подборе полезных предметов вы можете распихивать их по карману, называя это инвентарем, если угодно. Достаньте жвачку из кармана. Возьмите жвачку в руки, стараясь не запачкать скафандр. Налепите ее куда-нибудь, кроме лица. Вам полагается поощрительная фраза. Это впечатляет. Вы почти победили. Помните, что траурный скафандр не предназначен для длительного пребывания людей и животных в космосе. Рекомендуется незамедлительно вызвать помощь по интерфону, улучшить скафандр или впасть в депрессию.
Латкентена придется выйти в космос. Обнаружен источник повышенной радиации. Вероятно, это центральное ядро лайнера. Когда вы обнаруживаете новую схему предмета, она автоматически добавляется в память вашего комбайна на кухне, где при наличии необходимых ресурсов вы сможете создать этот предмет. Вероятно. Судя по первичному анализу разрушений, большая часть пассажиров лайнера погибла. Это можно назвать крупнейшей катастрофой в истории космонавтики, причины которой еще предстоит выяснить. Антенна чудом уцелела. Проводите отладку очень. Потрясающие инженерные навыки. Вы ее доломали. Теперь не обойтись без специального оборудования и кодов активации интерфона, которые зашифрованы в памяти штурвала, если он еще цел. Будьте аккуратны с вакуумными пробоями. Удар электричеством такой мощности может привести к выходу из строя моих систем, и я не смогу гарантировать сохранность вашего трупа до приезда похоронной команды. Похоже на штурвал. Нужно попробовать. Отличные новости. Используя свой гениальный алгоритм подбора двузначных паролей, мне удалось взломать коды активации интерфона. Осталось собрать криптографическую станцию отладки и перенастроить интерфон по этим кодам, что с вашими умениями займет всего около 5 лет. Помните, что вы все еще можете впасть в депрессию. Система сброса отходов повреждена и функционирует в обратном режиме. Туалет может засасывать пролетающие мимо челнока объекты при переполнении баков. Thank you.
Челнок зацепился за более крупные обломки. Повезло. Фашистским поколонам бой и синца проливной загорели за пеленой пулем ётик тисотой. И эти дел удержима скривая рыжего коня Грива-дюриц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 а-
модель с рекламы Всемирного похоронного агентства. Выглядит хорошо даже без головы, но не рекомендую прикасаться к рисунку, это могут расценить как домогательство. Датчики сообщают о наличии поблизости хладогеля. Его микроскопические частицы могут оседать на стекле скафандра, образуя красивую наледь, что может привести к ухудшению видимости. Синий цвет обшивки – это спасатели. Учитывая, что челноки для эвакуации имеют повышенную прочность, сила удара была невероятной. Скафандры спасателей похожи на похоронные, но мне всегда хотелось узнать принцип работы их фонариков, не требующих подзарядки. Предлагаю совершить с трупом акт мародерства в научных целях. Thank you.
Судя по степени разложения, данный субъект погиб задолго до катастрофы. У нас здесь убийство, Шерлок, и мы просто обязаны его пройти. А вряд ли он задохнулся от этого, находясь в скафандре, где кислорода хватает на целый вдох. Молоток в крови, на жертве тоже есть пятна крови. Вероятно, молоток случайно испачкался в жертве. Неизвестное вещество с подозрительным названием. Обнаружен туалет. Некоторые наши клиенты очень болезненно относятся к туалетным темам, в связи с чем включен словарный фильтр, который будет... Предлагаю назвать его Хэммонд, хоть данный унитаз и не похож на пилотируемого робота. Судя по количеству радости, вокруг обломки принадлежат общественному туалету лайнера. Это означает, что поблизости могут находиться крупные запасы воды из баков душевых. Главное не спутать их с баками для жидких отходов.
Впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа, вероятнее всего, кислорода. Нет данных о пригодности презерватива в качестве кислородного резервуара, но можно попробовать собрать простейший баллон для отвлечения от фатальных мыслей. Технический отсек обеспечения. Почти целый. В таких устанавливаются кислородные станции, и попасть внутрь было бы большой удачей. Поврежденный сканер двери. Можно просканировать сканер сканером, чтобы занести данные сканирования повреждений сканера в систему защиты сканера сканером для экстренной разгерметизации отсека. Необходим сканер. Я использовал слово «сканер» 8 раз. Громкий заголовок, но вероятность крушения лайнера из-за террористического акта составляет 65%. Похоже на почтовый челнок. Наверняка он перевозил множество бесполезных вещей, большую часть которых украли еще до погрузки.
Похоже, что они играли во что-то зубодробительное. Фашистским поколонна, мощи свинцов проливной, загорели запылёни, пулемётчик тисобор. Билетиде удержима, кривая рыжа на коня, крива ветра гривадюма, крива дюри огня. Эй, эта чанка киевянка, наша гордость и краса. Будем ёкая тачанка, все четыре колеса. В грузовых трюмах лайнера без названия перевозилось множество разнообразного товара. Всемирное похоронное агентство Бресидж арендовало лишь малую часть помещений корабля в рамках рекламной кампании и не имеет к этим товарам никакого отношения. Ah!
Время прибытия спасателей превышает расчетное время вашей жизни на 4369 лет. Необходимо добраться до точки эвакуации самостоятельно, преодолев радиацию, но с вашими текущими навыками это невозможно. Для повышения вашего уровня необходимо создать какое-то дерьмо, навязанное разработчиками.
удалось определить координаты выжившей. Связь работает только на прием, что дает прекрасный повод не отвечать и не отвлекаться, несмотря на возражения гормональной системы. У вашей собеседницы очень милый акцент, вызывающий фатальные ошибки в моих грамматических функциях. Стандартный гроб Всемирного похоронного агентства. Вскрытие гроба будет считаться правонарушением и актом вандализма, который никто не осудит, если вы погибнете.
Thank you.
Ошибки быть не может. Это рабочая автономная кислородная станция. Ее можно использовать для дальних перелетов, если не сломать. Необходимо аккуратно извлечь станцию от винтив 2 болта. Но это уже не важно, станции больше нет, зато теперь есть примерное понимание, как собрать такую же набор ее деталей и легкий привкус отчаяния. Электростимуляция завершена. Проследив активность мозга во время вашей работы, была проведена его стимуляция небольшими разрядами с целью улучшения инженерных способностей. Судя по полученному результату, это ничего не дало и вызвало ряд галлюцинаций, но было занимательно. Преодолеть радиацию по-прежнему невозможно, но я помечу координаты спасателей для бесполезной мотивации. Ты снова лгать. Ты здесь, а значит, не мочь умереть. Рассказывать правду. Подтверждать. Got the view.